Руководитель фракции «Единая Россия» в окружном совете депутатов Вячеслав Киреев вместе с сотрудниками теруправления «Жаворонковская» осмотрел территорию бывшей детской площадки в селе Юдино. Игровой комплекс был убран из-за своего ветхого состояния. Инспекция прошла после обращения жителей в приемную партии. Главным вопросом встречи стали перспективы создания нового игрового комплекса. В рамках проекта «Российское село» местное отделение направит в муниципалитет просьбу включить данный объект в программу благоустройства. Также единороссы держат на контроле ход ремонта детской площадки в селе Знаменское. Там завершается реконструкция, вместо устаревших горок и других элементов устанавливают современную игровую зону.